Всем доброе утречко. Мама. Миша тут начал собирать свой конструктор. Собрал пока персонажей всех. Лама, эндермен и двое человечков. Я глаза не стал клеить. Классно, смешной такой эндермен. Я глаза клеить не стал. Тёпа сейчас оделся. Я отправила его с Сергеем до бабушки Лиды. Бабушка Лида с ним сходит на спектакль новогодний. В этом году так получилось, что у нас дети, школьники, идут на спектакль с классом. 27 числа они пойдут. И я думаю, Мишу к этому времени выпишу. Сегодня у нас 24 число. В общем, я так подумала, значит, Миша пойдет на спектакль. Никита тоже с классом пойдет на этот спектакль. По 250 рублей сдаем. Он 250 рублей стоит. Вот. А Степа останется без спектакля. Как-то обидно за него. И решила просто так сама сейчас билеты вот купить. Сегодня воскресенье. И с бабушкой их отправить. А то выходит ни одной елки такой на сцене массовой до Нового года. Нет, бабушка им каждый год покупает билеты на большую елку после Нового года. Всех внуков берет и ведет, и внучку тоже. Вот. А до Нового года не было. Обычно мы ходим и в кукольный театр, ходили всегда. И вот на этот большой спектакль, может быть, еще куда-то там попадали. А все в этом году как-то без этого все. В общем, ждем эмоции от Степы. Посмотрим, понравится ему или не понравится. Я надеюсь, что понравится. Просто Степа, наоборот, у нас больше всех детей любит вот такие вот спектакли. И именно его я хотела бы, чтобы сводили. Ну, старшие идут как бы за компанией, потому что весь класс идет. А Степа идет, потому что ему действительно нравится. Ему нравится смотреть, он потом все это обсуждает. Поэтому хотелось именно его сводить. Смотрите, что покажу. Помните, я отрезала свои адениумы, они голые, лысые стояли, долго стояли лысые, наверное, недели полторы, вообще ни одного росточка не пробивалось. И вот буквально за последние 3 дня они так вымахали резко, и притом, вот смотрите, аж по 3, сейчас фокус наведу, аж по 3 росточка из ветки, так классно и такая довольная, вот, из маленьких по 2. А из больших по 3 росточка. Ну, бывает так, что 3 росточка, но, например, один начинает расти, а дальше не растет. Но в любом случае очень здорово то, что вот они проросли по 2 штуки из ветки. Класс. И еще меня удивило, везде, где я пыталась привить ветки, но они не прижились. Вот, смотрите. Выросла ветка. Представляете, я просто вот разрезала, вставила туда ветку, пыталась привить. Но эти ветки, они сгнили, они не прижились. Но сама по себе ветка оттуда выросла. Вот она будет расти. И в другом адениуме то же самое случилось. Вот так вот я пыталась привить. Там вообще почти на коудекс, прям внизу я вот так вот пыталась привить. Ветка не прижилась, но оттуда полезла новая ветка. И она там самая большая. Я очень довольна. В общем, тут тоже росточки полезли в разные стороны. Будет пышненький, симпатичный потом. Вот у этого туго идут. Вот одна отсюда, но они какие-то такие маленькие совсем. Но хотя пролезли вот тут раньше, чем у этого. А у этого пролезли позже, но они резко так вверх пошли. Вчера звонил Андрей, выпытывал, что на Новый год подарить. Я говорю, да у нас все есть, не знаю. Думала. В итоге, а он находился в товарах для дома в этот момент. Спрашивал, что отсюда взять вам на Новый год. В итоге я говорю, нам горшки нужны. Вот давай 2 горшка белых. И в итоге мы выбрали 2 горшка нам в семью на Новый год. Уже 2 странички Миш сделал? Да. Молодец. Я такая довольна, то, что Миша сам собирает. Обычно он заказывает, и ему собирает Никита. Вот. Это все я сделал. Да умничка, класс. Сейчас буду дальше. Такой молодец. А Никита пошел там в комнате убираться, потому что мы сказали, если он в комнате уберется, то может пригласить друга к себе в гости. Олега. Олега, да. Я сейчас села завтракать и полезла в морозилку за рыбой. Открываю морозилку, а тут вот что. Письмо.
еще одно письмо, представляете? Это по почерку, понятно, что это Миша написал. В общем, вчера я Саше давала печеньки, и Миша говорит, а что это такое? Я говорю, печенье. Он говорит, дай мне попробовать, я им дала. Говорю, это детское, оно специально такое быстро тает, чтобы не подавились малыши. Он говорит, вкусное. Сейчас открыла. Говорит, Дед Мороз, принеси мне печенье для 6 месяцев плюс. Ой, да умничка. Принесёт. Миш, это ты для Саши попросил, да? Да. Это, оказывается, Миша для Саши попросил. Вчера у нас было много пюре, а вчера Стёпа сказал, что он, оказывается, пюре каждый день ходил, брал и ел. Без спросу. Ну, то есть я покупала для Саши, а Стёпа его все съел. Обычно вот эти пюрешки маленькие я показывала, что он много заказал. Не заказала, а вот купила по распродаже. А Мише стало обидно за Сашу, что Стёпа все у него съел. Он говорит, пусть Дед Мороз Саше принесет печенье. Вот. А Миш, я подумала, что это для себя, что тебе понравилось вкусненько. Для Саши, да? Да. Да, позаботился о Сашке. Миш, какой ты у меня добрый, хороший. Миш. Вообще молодец. Ну ладно, пусть заберет сейчас. А у меня морозилка размораживается. Я сегодня решила сделать блинчики. 1000 лет, мне кажется, не делала блины. Но на недели две я их точно не делала. Может быть, даже больше. Ну, просто все времени не было. Миш кричит, больше не делала. Сейчас на столе оставили вчера стакан с молоком. Он немножко начал закисать, и я решила с ним сделать блинчики. Мне жалко выкидывать всегда молоко. А кислое молоко идеально для блинов подходит. В этот раз блины у меня заканчиваются быстро. Я еще их делаю, они уже заканчиваются. Стёпа приехал домой. Стёпа, расскажи. А, Сашка довольный, что тебя увидел. Там девочка в розовом бархате, у красавицы в волшебной стране. Да? И, как ее звали, и, девочку? Про кого? Не знаю. Не помнишь? Ну ладно. Там вообще не говорили имени. Не говорили имени? Вообще никого. Девочку ее называли девочкой? Вообще никого. Ну ладно, девочка в розовом платье оказалась в волшебной стране. И сказали, чтобы починить зеркало, нужно 5 зеркал найти. Зеркала искали, да? Ага. Угу. Ну, они потом забрали зеркало, и потом мы за ней пошли, за девочкой. За девочкой пошли? И потом девочка меня обняла. Тебя обняла? Как так тебя обняла? Когда она купила кофе, я сказал, что ей понравился, и она мне... А когда купила кофе? Это после спектакля был? Тебя актриса, да, которая там играла, обняла? Вот так обняла, да? Да? Я ничего не поняла, но, в общем, девочка, которая играла, Стёпу обняла. Стёпа, около ёлки вы там плясали, нет? Да, там. Да, ну вот. Держи. Мы там 3 танца учили. 3 танца учили? Ну тебе понравилось? Ну хорошо. Я ногу там свернула. Ногу свернул. Да ты ж мой сладкий. Тёпа, у нас ноги подворачивать везде. Мастак. Постоянно ноги подворачивать. Саш, отпускай, давай, Саш. Отпускай! Отпускай, а то порвём, давай. Отпускай, вторую руку отпускай. Отпускай, тебе говорят. Вот тут вот, съешь. Ой, другой рукой взял. Ой, одной, второй, третий. Ай, все это мне надо, это мне надо, это мне все надо. Да я скажу, все мне надо. Все, пойдем аккуратненько. Да. С дедушкой пойдем играть? Там Миша уже вовсю. Так, вот смотрите, какая тут ветка выросла, большая. Там, где я пыталась привить, как раз-таки она не прижилась, но большая выросла. А вот тут 2 надреза. Я тоже пыталась привить веточки. Они не прижились, но вот тут вот росточек пошел, тоже маленький сейчас. Но мне кажется, он вырастет и будет веточка. И вот тут что-то пробивается, набухает. Я буду рада, если тоже веточка будет. В общем, класс. И сам пушистый вот такой адениум сейчас стоит. В саде было 5 ядов. Очень громко, да, было, Стёп? Эй, Сань, там
Бабушка Лида сказала, что было очень громко. Ну, дай ему обратно, смотри, как он хотел его пожамкать. Первый ход всегда от короля, что сделать. Сашка очень любит такие резиновые шарики, мы ему специально надуваем маленькие, и он их мусолит. Мусолит, да, вот так вот мусолит резинку эту. Что там с дедушкой? Шахматы играют. Никита уже партию сыграл. Кто выиграл, Никита или нет? Никита выиграл. Никита выиграл. Шах. У дедушки всегда дети выигрывают. Мат в три хода. Мат в три хода? Мат в три хода. От Миши? Да. От Миши, ничего, да, себе, Миш. Нечем закрыться мне, да. Вот. Сейчас я вам все разрешу. Давайте. 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 Все разрешу. Мат в три хода. Давай, думай. Че, как? Куда мне деваться? Деваться некуда. И Степ тут учится. Степ, скоро ты тоже будешь с дедушкой играть в шахматы. Сам, он вот так вот играет. Ага, вышибалы у него, я знаю. Мои ужасы. Мама, хочешь? Я тебе покажу, что будет, если дедушка меня сон. Ну, все, видите? Да, съел моего короля. Что называется, мат в три хода. Степа хорошо вот так отберет. Ага, да-да, вышибал у него. Молодец, он по-своему играет. У нас тут салат с крабовыми палочками. Это Никита сделал. Все для него сам захотел, сам сделал. Яйца отварил, сам почистил. Даже рис вот при соварке сам отварил. В микроволновке мы варим. Я только мешаю, потому что это самое сложное оказалось в приготовлении салата, помешать его. Все вываливается у Никиты. А так вообще молодец. Говорит, это я для себя и для Олега сделал. Олег в гости идет к нему, друг. Я говорю, да ради бога, делай. К Никите приходил друг. Они сейчас вместе собрались, поехали, пошли пешком. Дошли до постамата, забрали заказ. Никита вот все еще свои деньги летние со дня рождения с карты тратит. Заказал себе вот такую классную машинку на пульте управления. Она на батарейках в пульте, а сама она на аккумуляторе. Вот. Будет сейчас пробовать. Поэтому машинку надо зарядить. Ну, заряжай. Вот. Они все в заряженном состоянии. Обычно, да, в заряженном состоянии приходят, просто они не полностью обычно заряжены. Попробую. Никита, мне кажется, мы красную с тобой заказывали, нет? Зеленую заказывали? Мы же Никите на день рождения подарили карту с деньгами. Мы думали, может быть, он что-то крупное себе захочет купить, какой-нибудь большой набор лего там или еще что-то. Но в итоге он по чуть-чуть тратит деньги. То вот он роботов купил, то трансформеров, то что-то еще, то всякие вкусняшки в магазине покупает. Вот сейчас у него там остаток оставался, он заказал машинку на пульте управления. Прикольная, мне нравится. Забавная машинка. Классная, да? Прикольнее. Нет, не дам. Это моя. Степ, ну пусть Никит сам поиграет, а потом уже вы будете, если он разрешит. Она танцует? Ага. Танцует и светится. А она по стене пытается, видишь, ползти. Синие глаза, с другой красные. Типа она злая или добрая? Забавная, да? И не маленькая. Я думала, она маленькая, она недорогая машинка, по-моему, 1200, что ли, рублей стоила. Вот. Но она довольно такая весомая, большая. О-о-о, смотрите, кто приехал. Папина машина вышла. Поднимайте ноги. Стёп, отойди. Все, подойди, опасно. Большая машина, это опасно. А вот это маленькая машинка. Один с управляющей машиной. Второй с управляющей машиной. Сашке понравилось. Говорит, ну-ка давай-ка я посмотрю на эти штуки большие. Интересно. Так ищи так.
пищит. Это охлаждение в моей машине. Вентилятор стоит там. На моей сложно слишком медленно ехать. Да. Она не ездит. Она уличная, не домашняя. Она едет быстро всегда. Всем большой приветик. Мы сегодня сейчас с Никитой идем к окулисту. Никита сегодня в школу не ходил, потому что у него там еще карантин до завтрашнего дня. Хотя его выписали. Но мы записаны к окулисту. Вот сейчас приехали. Сашу взяли с собой посмотреть. Нам сказали, что может быть конъюнктивит у него в пятницу. И к окулисту вот сегодня в понедельник пришли. Сашка уснул, конечно, это не очень хорошо. Не очень хорошо то, что уснул, потому что сейчас его разбудит, а потом он будет плохо засыпать. У нас сегодня плюс один, но при этом выпал снег, и он еще не растаял. Это очень классно. Обычно у нас грязь сразу, а тут снежок небольшой, но снежок лежит хорошо. В общем, нас сегодня еще пригласили на поздравление с Новым годом детей. Это будет полчетвертого. Я после окулиста зайду в садик, заберу Степу оттуда, Степу в саду. И потом уже Миша дома. Мишу еще не выписали, но я думаю, сегодня вечером его уже выпишут тоже. Он вылечился, уже даже не кашляет. И тем более у них в школе остались только праздничные мероприятия. У них больше нет уроков. У них завтра концерт в школе и потом прогулка. Послезавтра спектакль в ДК Гагарина, потом прогулка. Потом в четверг у них чаепитие, по-моему, или, ну, в общем, в классе какой-то праздник. И все. А в пятницу, вот уже не помню, то ли уборка класса, то ли... Уборка класса у Никиты точно. А вот у Миши не помню. Может быть, просто не будет уроков уже. Какая у вас тут степ лесенка красивая. Прям как у нас дома. Мы сейчас пойдем домой поедем, а потом поедем. Там вас хотят поздравить, детишек. Все поздравить. Тут выставка дракончиков разных новогодних. Красота. Вон какой, смотри, из цепочки, видишь? Дракончик. Хочешь такого дома сделаем, Степ? Пойдем. Все, с Никитой мы сходили к окулисту. С Сашей сходили, сказали, у Саши все нормально. И у нас все ломает и собирает вон там. Мальчики ломают снеговиков. Я сделал вот такой комок, а они сломают. Ну, надеюсь, в этом году не будут ломать. В общем, у Саши, оказывается, это на зубы. Просто бывает, когда сильно нос заложен от соплей, бывает выделение из глаз. Конъюнктивита никакого нет, все нормально. У Никиты все отлично, у него за год зрение не снизилось вообще. Меня это порадовало, но сказали очки носить постоянно. Вот он вышел в очках. Вообще, Никита у нас носит очки, когда смотрит телевизор, в школе постоянно носит. В общем, Никите назначили сейчас физиотерапию. Вот мы сейчас пойдем запишемся опять. И сказали наблюдаться. Вот. Зрение не ухудшилось, меня это обрадовало, потому что я переживала из-за того, что Никита снимает очки, он их не постоянно носит, что может зрение ухудшиться. Она предупреждала, что если будете не постоянно носить очки, то зрение может ухудшиться. Но тьфу-тьфу, не ухудшилось. Также минус один и минус полтора. На один глаз у него минус один, на другой минус полтора. Вот. Но очки еще раз сказали носить постоянно. Я ему про это тоже сказала. Так, а я шапку не взяла с собой. Капюшон надеваю, его сдувает. Как парашют. У нас тут все рядышком. Я машину как раз вот сюда припарковала. Там не было места той поликлиники. Садик рядом. Вот тут вот физиотерапия. Вот садик сразу же. Все рядом. В общем, мы зашли на физиотерапию. Миша сегодня к доктору в 15:40, а тебе надо тут с 2 до 5. У нас сейчас час. С 2 до 5 вообще мы сюда никак не попадаем, но в любом случае нужно попасть. Так что мы сегодня, наверное, на поздравление, а потом с поздравления сюда приедем с Никитой, а потом еще вечером с Мишей приедем в другую поликлинику. В общем, как обычно, туда-сюда, туда-сюда, везде с детьми побегал, и день закончился. У нас так постоянно. Миша, да, на физио надо, но когда его выпишут, он больной, не может на физио ходить, он же на спину, да, ходит?
В общем, Миша тоже там процедуры на спину недоделаны, ему тоже надо доделать. Никита будет ходить на физио на зрение, а Миша будет с ним ходить на физио на спину. Хоть вместе. Аккуратненько, Степ, давай вперед, молодец. Степка любит катать коляску Сашкину. Елочка вон какая красивая. Под елочкой подарочки. С тебя сфотографировать? Ездили сейчас с детьми получать поздравления с наступающим Новым годом. Детям выдали подарочки, они такие счастливые. Они рассказали по стиху каждый. Даже Никита рассказал, потом такой длинный стих рассказал сам. Вообще, я очень удивилась, я даже не знала, что он такой знает. Очень хороший, мам, добрый, кстати, мам, стих. Ты хочешь конфетку? Конфетку? Да ты мой хороший. Хочу. Дашь мне? Спасибо. Самое любимое у детей это рассортировать конфеты. Они их всегда делят, ищут одинаковые. Я мама. Да, Миш? Миша, а ты даже не переоделся. Вот Степка переоделся, а ты не переоделся. Я хочу сказать. Я с тобой поделюсь. Давай, с папой поделишься. Мне Степа уже такой дал. В общем, я ездила с детьми сейчас, а приехала сразу, Сергей повез Никиту вот туда, куда мы ходили, и не записались. Надо записаться. Сначала сейчас, значит, Никита съездит, потом приедет домой, Никита привезет, возьмет Мишу и с ним еще поедет в поликлинику. Вот так. Я не поеду. Я сейчас вот с Сашей буду сидеть. Буду тут убираться. Посуду надо в посудомойку загрузить. Вон целая гора. Так что все, я на сегодня наездилась. Теперь очередь Сергея ездить с ними. Так, я еще по пути домой заехала в Валберес, забрала свой заказ. Вот такие вот трусики красивые, яркие. Я их уже заказывала, они очень приятные. Хорошо тянутся, здесь ровненькие швы, приятная хлопковая ластовица. Она вот в цвет трусиков идет, резиночка мягенькая, на теле не давит. Здесь 95% хлопка в составе. Размерная сетка у продавца очень большая. Также у продавца есть и другие наборы до 54 размера. В карточке товара есть удобная размерная сетка, которая поможет определиться с выбором. Там же у продавца есть трусы с различными вариантами посадки. Мне вот такие больше всего нравятся. И цвета мне вот эти очень нравятся, приятные. Но также там есть и однотонные трусы, и есть разные. Я эти трусики беру уже не первый раз. Вам тоже советую. Зайдите, посмотрите. И у них очень приятная цена. Для ежедневной носки просто идеально. Там еще на Wildberries новогодние распродажи сейчас идут. Так что можно урвать трусики по очень привлекательной цене. Ссылочку я вам на них оставляю в описании к видео. Переходите и себе тоже обязательно заказывайте. Это очень выгодная и нужная вещь в любом гардеробе, просто на каждый день. Там у этого продавца более 40 тысяч отзывов, очень высокий рейтинг, что, безусловно, вызывает доверие. Я вам, в общем, ссылочку оставляю на эти трусики. Переходите в магазин, смотрите. Я думаю, вы, если закажете, тоже останетесь довольны. Ну, давай, ползи к шарику. Он тебе нравится? Так, давай, ползи. Руки поднял, ноги поднял, так же тяжело, а он долго держится. Мама, а что мне делать с той, которую я открыл, а потом не могу закрыть? Так, Сергей сегодня делал фунчозу с креветками, но у него была она без сливок. Я сейчас добавила сливки, и это остатки, просто совсем чуть-чуть осталось, одна порция, и сейчас это съем. И Никите тоже фунчозу положила, он ее тоже любит. У нас сегодня вот такие вот слоеные печеньки будут. В духовке делаю. И там еще круассаны с шоколадом. Решила тоже слоеного теста сделать. У нас просто Сергей вчера выложил слоеное тесто в холодильник. И ничего с ним не сделал. Оно уже разморозилось. В общем, сейчас по-быстренькому вот так вот сделал. Так, а у нас тут вечерняя игра. Называется Скрибли Бумс. Вот слова такая вот. Ну, мы всегда ее называли, словодел. Да, слова, словодел. У нас есть точно такая же, но другой фирмы изготовителя. Это нам больше нравится, у нас тут вот такие вот подставочки есть под буквы. Удобные. Можно менять буквы, можно там смотреть, вот мешочек с игрой. Вот, а та у нас... Смотри! Вот такая вот у нас есть еще игра. Она называется словодел.
Я говорю: Миш, принеси вот эту игру. И Миш побежал и принес вот эту. Ну, потому что они одинаковые. Где-то у нас там вот такая тоже лежит. По сути, они одинаковые. Сейчас пап ходит, да? Смотрите, вот столько изюма я просто сейчас выкидываю. Каждый раз, когда мы делаем мюсли, едим мюсли на завтрак, дети весь изюм выковыривают и вот так вот оставляют. Не выкидывают, Сереж, ты съешь? Я хлеб сделаю и изюм покрошу туда, нормально. Хлеб с изюмом? Конечно. Тогда дети его не будут есть. Я будут ковырять. Я всегда с изюмом делаю, все они едят. Ладно, не буду выкидывать. Ну вот я обычно выкидываю, потому что я уже не всегда его хочу есть, а дети его все время выковыривают. И также всякие, вот там бывают цукаты, оранжевые, зеленые, они тоже все их выковыривают и так оставляют. Все то, что я накопил. Все то, что ты накопил? Это я все. Это все вот. Не любишь Мишу? От моих за вторых. Ты не любишь этим Мишу? Да. Да? Я вот... Миш, в школу завтра хочешь? Да. Миш, Стёп, я тебя не могу снимать, ты раздетый. А, ты оделся? Стёпа даже оделся, чтобы я его сняла. Ну, давай. Испугался? Да, чуть не сваляндился. Говорит, мам, сними меня, и упал в этот момент. Ну, давай, показывай еще раз. Показывай, я буду круассаны доставать, уже готовы. Круассаны. 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 Вот как Стёпа умеет. Вот он говорит, мам, покажи. Молодец. Все. У нас тут готовы круассанчики. Вот такие вот маленькие круассанчики. Некоторые открылись. Ну, ничего страшного. И просто полосочки с сахаром. Смотрите, так, какое слово огромное Никита придумал. Снегирь. Там еще и X3. Обалдеть. Так. Никита всех нас победил. 4, 5, он 6, щечку 7, 8, сначала сделал, а теперь снегирь. 9. Так, 8. Это знак, это 5. 8 плюс 5, это будет 13. 13 на 3 умножается. 50. Я всех сделала словом фасоль. Я фэ положила на x2. И все слово у меня еще умножается на x2. В итоге я одним словом заработала... Сколько, Никит, 40? 48, да, выходит? 48. Очков одним словом. Обычно за игру у меня 48. Вот это да. Обычно нас просто всегда Сергей выигрывает. А в этот раз мы с Никитой боремся. Вон они. Саша обнимается, тут лежат. У нас сейчас уже все спать легли. Ну, вернее, не сейчас, давно уже ли все спать легли. Хотела вам показать, смотрите за окном, как светло. Я удивлена очень сильно. Сейчас у нас 1:53 ночи. Ночи. Это что такое? Почему так светло? Может быть, потому что снег выпал? У нас, ну, всегда так, когда снег выпадает, намного светлее на улице. Но я просто в шоке. Я сейчас вот вниз спустилась, переставить температуру на термопоте. Я прям смотрю в окно, думаю, как будто утро какое-то. Да, камера еще осветляет, но все равно. Ночь какая-то вообще не ночь. Вчера был день зимнего солнцестояния, так вроде называется. И теперь уже будет лето все ближе и ближе. Вот уже приближается. Елочка у нас тут светится. Красиво. Ладно, пойду спать. Вообще очень удивлена. Я не вру, вот у нас время сейчас, смотрите. 1:54.